Глава Минобороны Испании поддержала идею о создании общей европейской армии. Маргарита Раблес назвала предложение президента Франции Эммануэля Макрона положительным и заявила, что уже 19 и 20 ноября эту идею могут обсудить министры обороны стран Евросоюза. Напомню, что глава Франции предложил создать независимую от США общую европейскую армию в начале месяца. Сообщается, что инициативу Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. В свою очередь, президент США назвал идею французского коллеги очень оскорбительной. Дональд Трамп добавил, что, цитата, «Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую Соединенные Штаты значительно субсидируют». Конец цитаты.